song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Сеньора, приглашается боец из Армении. Приветствуйте, Тор Акафян! Соперниками в синем углу ринга 32-летний боец. Его рост 174 сантиметра и вес 76,8 кг. На профессиональном ринге провел 4 боя, дамы и господа. Из Еревана, Армения, Тор Акафян! И его соперник в красном углу. Бойцу 23 года. Рост 173 сантиметра. Вес 80,15 кг. С профессиональным рекордом в 8 боев. 5 побед, включая победу нокаутом. Одно поражение при двух ничьих.
интерконтинентальный чемпион в полутяжелом весе по версии журнала Pro Box. Чемпион GBU. Дамы и господа, из Красного Россия, Апти Тайгер Остарханов. Thank you.
учись, держи оттуда, отдай. Блин, отнесай левый, шок, отнесай прямой левый. Я чувствую. И на палаге. На этой марке, отнесай левый. Чайлес, все, тайный мигурация. Акуша, двое будет навстречу, по защите цае. Бля, левый Акуш, Мико, через руку клёп, надо. Право, тогда читу, левый Мико. Компания SKV Boxing представляет вам шестираундовый бой в полутяжелом весе. Судьи у ринга Александр Калинкин, Светлана Маркина и Евгений Дробышев. И с ударом гонга ваш рефери в ринге Михаил Сахарян.
В синий угол приглашается боец из Армении. Дамы и господа, встречайте Кор Акопян! Мудгор Акопян. Третий бой. Мы сейчас с вами будем, дорогие друзья, наблюдать в сегодняшнем вечере профессионального бокса из города Каспийска. Боксинг проводит этот вечер. Это шоу бокса. Уже второй раз на земле города Каспийска. Избербаш боксинг. Два города, по сути, соседи, Республика Дагестан. Гор Акопян, тот, который боксер уже был как раз в этом месте, в феврале, и участвовал в очень ярком и красочном поединке. Пам Европы. 29-летний школы боец Каспийска. Ростом 173 сантиметра и весом 81,8 килограмма. В том числе... Его профессиональный рекорд – 2 боя, 1 победа при одном поражении. Но он является серебряным призером Европы по кикбоксингу. Чемпионом Евразии по кикбоксингу и трехкратным чемпионом Армении по кикбоксингу. Дамы и господа, встречайте из Еревана, Армения! Кор Акопян! Вот Гор Акопян, как раз бывший чемпион на профессиональном ринге. 4 победы, 4 нокаутом и 2 поражения. Понятно. Желаю удачи. Ну, Гор Акопян, это боец, у которого в послужном списке 1 поражение, 2 победы на профессиональном ринге в качестве профессионального боксера. Но, как мы слышали, от Александра Загорского не раз он одерживал победы на ринге уже в качестве кикбоксера. Здесь это никаким образом не может сказаться, потому что все победы, единственное, они могут только говорить об опыте, именно соревновательном опыте этого боксера. Ни больше, ни меньше. Левша Гасан Гасанов. Удар справа тяжелый, сейчас оба свистка пропускает правый такой свинг. Также он является чемпионом Европы, который проходил в городе Пермь, Россия, в 2002 году. Великолепный был боксер, конечно. Сейчас возглавляет федерацию. О, посмотрите, здесь есть тяжелое такое попадание с левой руки в разрез. Гасанов точно настиг этим ударом Гора Акопяна. Но Тимур Гайдалов возглавляет сейчас федерацию города Москвы. Русский очень зашел. Трехметрические данные, конечно, великолепные у Гасана Гасанова. Высокий левша, это уже двойное преимущество перед боем. Перед началом его имеется в виду. Но не такие длинные рычаги, конечно, при таком росте. Чем-то напоминает по телосложению Рахима Чехиева Гасан Гасанов. Но манера ведения поединка чуть иная. Нет тяжелых размашистых нокаутирующих ударов, свингов и боковых, и хуков, и кроссов с обеих рук. Нет такой подвижности, как у Рахима Чехиева. Ну и, конечно, вышкаленности. Все-таки Рахим Чехиев напоминал олимпийский чемпион в любителях. И как сейчас принято в последнее время говорить термин «любители уходят в лету». А как принято сейчас говорить, олимпийский бокс, представитель олимпийского бокса. Знаем, Рахим Чехиев в том числе дошел до титульного поединка против Володарчика, но там пока не снискал успеха. Одно поражение у него в послужном списке стало. Соответственно, все ждут матча реванша в году. По-моему, если память не изменяет, он там стал бронзовым призером. Шаржи,
ближней средней дистанции. Вот у нас скорострельность Гора Акопяна, но все по защите. Сверху бьет Гасан Гасанов. Значит, очень удобная. Сейчас в бою приходится как минимум все удары сверху, они намного тяжелее. Чисто законы физики. Они намного тяжелее чувствуются, конечно, боксеры, которые их пропускают. Посмотрите, как скрыл сейчас за счет левой руки Гора Акопян. И несколько серьезных попаданий очень. Сам в ближней средней дистанции в рубку входит. И сам может сейчас... Вот здесь в обмене. И один, и другой попадает. Но Гора Акопян с огромным желанием, с невероятным рвением пытается опять же все в первом номере в давлении попасть, зацепить. Но теряет ноги, и руки летят вперед, а ноги сзади, туловище чуть посерединке. Где-то вот, конечно... Нет плотности на ногах, поэтому все эти попадания, они по большому счету так выглядят смазанно. И сам пропускает снизу. Сейчас от нашего боксера Гасана Гасанова Гора Акопян. И тут же реванширует. Конечно, характер по-настоящему чемпионский. Это на тему так дорого посмотреть на такой профессиональный бокс, который показывают сейчас два прекрасных спортсмена. Психологию, продолжаем мою мысль, психологию победителя не отменить, конечно же, и неважно, в каком-то виде единоборств достигал побед. Конечно, не каждый может перестроиться после кикбокса в бокс, совсем не каждый, если бы точно редкие персонали могут это сделать. Как раз хочется вспомнить Александра Поветкина, нашего прекрасного боксера, который... выиграл чемпионат мира среди любителей, титул чемпиона Европы среди профессионалов по кикбоксу. Является мастером спорта международного класса. И тут же мы знаем олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, двукратный и чемпион игр доброй воли по боксу. В том числе является на данный момент чемпионом мира среди профессионалов по боксу. Рому Романчука тоже можно вспомнить. Чемпион мира, чемпион Европы по кикбоксу, который был вторым на мире, вторым на Европе по боксу. И в том числе являлся, было время, лучшим боксером, независимо от весовых категорий в любительском боксе. Мы помним этого прекрасного боксера, представителя как раз первого тяжелого веса, который для сборной России в свое время выступил на чемпионате мира в Китае в 2005 году в супертяжелой весовой категории, чуть не выиграл, выигрывая по ходу поединка Данира Солиса. Концовку чуть отдал, что там в раунде, и тем самым не довелось ему стать тогда чемпионом мира. Хотя это был такой редкий случай, навстречу левой, с левой руки короткий прямой такой точно попадает Гасан Гасанов. На и видит все ответные действия своего соперника, потому что Гасан уже опустил. Вот здесь слева через руку, здорово. Гасан опустил обе руки уже. Защищается только за счет туловища и корпусом. Настолько он полутяжелый вес, где даже среднее попадание, но точно, может привести к какому-то такому, к потере, по крайней мере, координации. И если боксер почувствовал, что зацепит, может продолжить успешные действия. Как принято тоже в этом случае говорить, это же бокс. И в боксе все возможно. В любой момент, в любой секунд бой будет закончен. Об этом не стоит, конечно, ни одному боксеру забывать, выходящим в ринг. Бокс очень не любит вообще любой бой. В
функционально видно, что, конечно, Гасан Гасанов не в великом таком своем состоянии, не в лучшем, не в лучших кондициях, это уж точно. Подустал достаточно серьезно, ведь красно, при том, что пропускал, конечно, очень тяжелых, много тяжелых ударов за по ходу этого боя, поэтому здесь еще один сильный пускает, и тут же левый в разрез. Попадают оба боксера друг другу. Начало шестого раунда. И опять в своей манере Гора Копян, первый номер, сам начинает атаку, попадает. Удар, конечно, не настолько мощный, как у его визави из нашей страны. Гасана Гасанова. Везде сейчас и зрители требуют супербоя двух боксеров. И сами спортсмены на уровень чувствительности. Кстати, сейчас обмен идет. С опущенными руками все это делает Гасан Гасанов. Вот это единственный, по-моему, нюанс. Такой, наверное, можно сказать, нюанс, который относится к, наверное, минусу такому явному. А так все очень неплохо у Гасана Гасанова получается. Единственные опущенные руки и забыл о защите. Только туловищем пытается защищаться. Чувствительности Гасан Гасанов сейчас на отходе здорово попадает с левой руки. Ну, не сдается ни на секунду Гора Копян. Еще одно попадание навстречу слева. И вот через левую на правую сбоку, но в защиту. Здорово, мощный удар был правобоковой. Сейчас на сайдстепах, на таких смещениях в сторону, то влево, то вправо Гасан Гасанов действует. Здорово, сейчас с двойкой опять же зашел на отходе и на уровень чувствительности защищает. Опущенные руки. Опасное, конечно, это действие. И против боксера более-менее тяжелым нокаутирующим ударом в потенциале это может быть чрезвычайно опасно. Нужно будет, конечно, в тренировочном процессе доработать эти моменты. И ключевое – это функциональная подготовка, конечно, для нашего спортсмена. Ее можно улучшить в разы. Сейчас здорово выбросил двойку, правый сбоку, левый прямой. Тридцать секунд остается до конца поединка. И Гора Копян теряет ноги, все равно рвется вперед, наносит удары, сам пропускает. И сейчас Гасан Гасанов несколько точных попаданий. И с правой, и с левой руки. И тут же на выходе. И концовка в рубке. Здорово. Классный бой. Большая благодарность обоим боксерам за этот прекрасный поединок. У каждого свои плюсы и минусы. И, конечно же, как мне показалось, Гасан, Гасанов, наш соотечественник, больше заслужил победы в этом бою. Был более точен, жесток. В ударной мощи
он преуспел больше, уж точно, чем его визави из Армении. Хотя, конечно, дать должное прекрасному спортсмену Гору Акопяну. Человек, как в этом случае говорят, без задней. Для чествования бойцов в ринг приглашается глава городского округа, город Каспийск, Джамалудин Омаров и вице-президент Федерации профессионального бокса Северо-Кавказского федерального округа Марат Касумов. Дополнить можно без задней передачи. Это, естественно, такой легкий... Легкая такая аллегория. Нос сломанный, смещен в сторону с гематомой, но при этом подрался великолепно Гора Акопян. Красный угол приглашается боксер из России, Чеченская Республика, Авти Устархана! Этот бой обслуживает бригада судей. Ираклий Малазоня, Краснодар. Александр Калинкин, Москва. Евгений Дрожжев, Краснодар. Рефери в ринге Александр Маргушин, Ростов. В синем углу ринга боксер из Армении, город Ереван. В его послужном списке 5 боев на профессиональном ринге, 3 из которых победы. Чемпион Европы по кикбоксингу.
кикбоксингу, чемпион Евразии по кикбоксингу, пятикратный чемпион Армении Кор Акопян! С красного ринга боксер из Чеченской Республики, Россия. В профессиональном ринге провел 3 боя, в 3 из которых одержал победу, 1 нокаутом. Интерконтинентальный чемпион по версии журнала «Пробокс» Апти Устарха! Слушай внимательно, Роман Головский. Шаржуби. Come on.
Практически без движения проходит этот поединок. Вот этим двум ребятам ринг можно было бы и поменьше дать, они все равно не двигаются. Осыпают друг друга градом ударов, но
подавляющее большинство в начале четвертого раунда. Активно работает по корпусу. Ну а теперь пришла очередь Акопяна. Вот почаще бы Мураду Далхаеву врезаться в атаки соперника. То похоже это на спарринг. Сначала... Господа, по завершении